художественной гимнастики «Жемчужина» из города Санкт-Петербурга. Композиция «Пчелки». На ваших экранах представительница художественной гимнастики Санкт-Петербурга. Очень сильная там школа. Даже турнир, по-моему, проводился или проводится. Если не так и называется, «Жемчужина Санкт-Петербурга». Да, «Жемчужина Санкт-Петербурга». Там построили великолепный центр художественной гимнастики. Вот такие маленькие пчелки на ваших экранах. Совсем еще малышки, девчонки, да, еще только начинают заниматься художественной гимнастикой. Я думаю, для них очень почетно выступить здесь, в Москве, на гран-при, на том же ковре, что и выступали прославленные спортсменки. Конечно, это очень почетно и ответственно. Девчонки, по-моему, передают образ пчелок. Вот я смешные пчелы. Да. Очень интересная обработка Римского-Корсакова «Полет шмеля». Да, очень любят брать эту музыку, да, в сопровождение, но очень нужно виртуозно владеть предметом, когда ты берешь все-таки эту музыку. Здесь без предмета, но и все равно девчонки образ вполне, да, передают.